Здравствуйте, Александр Янковский с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите программу «Голос Крыма» в нашей студии имени Джепар. Добрый день. А сегодня вот в таком статусе, как советник министра информационной политики. Добрый день, Александр. И сегодня мы поговорим вообще на самом деле о том, куда движется наша вся эта вот информационная большая телега, я не знаю, которую мы в том числе пытаемся сдвинуть, и движется ли она на самом деле. Первый вопрос вообще, вам-то это зачем надо было, да, вот пойти в Министерство информационной политики? Это был непростой выбор, признаюсь. Для меня лично, наверняка за этим всем стояла мотивация моя личная, потому что мы, как и многие другие, как и 20 тысяч переселенцев из Крыма, мы тоже оказались в этом составе, в этом ряду. И я понимала, что, наверное, когда у меня спросят, а что ты лично сделала для того, чтобы как-то ситуацию поменять, у меня был такой диалог с моей дочерью 5-летней, и мне хотелось найти ответы. Вот интересно, у вас диалоги уже с дочерью, хорошо? Да, так сложилось, что она почему-то проявила недюжий интерес к тому, что произошло, хотя мы никогда не обсуждали политику в кругу семьи. Она понимала, что мы переезжаем, она уточняла, почему мы переезжаем, и она ждет, когда мы вернемся обратно в Крым. И вот на те вопросы, которые она мне задает, мне бы очень хотелось иметь личностные ответы. Не просто диванные какие-то кулуарные рассуждения о том, что вот это нужно сделать, а вот это можно и не делать, а хотела сказать, что вот я сделала АБВГД. Что из этого получится, я не знаю. Хорошо, если мы будем хотя бы не дойдем до буквы Д, но вот если АБВ, да, и даже не надо Г, вот просто АБВ, да, вот что на сегодняшний день вы, во всяком случае, планируете делать или что уже делается? Мне бы хотелось обозначить, что, в принципе, та работа, которая идет сейчас, она основывается на той матрице, которая была заложена при запуске Министерства информационной политики еще и моим предшественником Сергеем Костинским. То есть была сформирована определенная стратегия, определенное видение, в каком направлении стоит двигаться. Из них можно было бы обозначить некоторые, да, то есть первое, поскольку Крым был оккупирован, у нас есть ситуация, когда изолирован Крым информационно от украинских СМИ, то есть, да, все, что можно было вырубить, отключили крымского зрителя от украинских телеканалов и так далее. Второе, это когда в Украине уже спустя 2 года после аннексии стали гораздо меньше говорить о Крыме, в том числе, как и на международной информационной повестке. И вот с этим нужно было иметь дело. То есть одна из стратегических задач нашего министерства – это поддержание определенного интереса к крымской проблематике. То есть поскольку мы не можем влиять на редакционную политику каналов, мы создаем информационные поводы сами. Да, то есть мы посредник между крымским продуктом, это могут быть и различные презентации, и публикации правозащитников, и все что угодно. И мы это доносим до медиапространства. Смотрите, вы знаете, такой замечательный медиаэксперт Евгений Грибовицкий, да, он говорит о том, что у него была такая идея о том, чтобы тема Крыма, она присутствовала практически во всех средствах массовой информации, необходимо говорить с разными донорами, если государство Украины не может себе это позволить, чтобы в каждом средстве массовой информации более-менее значимым был человек, который, пусть там не крымчанин, но, по крайней мере, ему бы оплачивали его работу просто для того, чтобы тема Крыма постоянно была в том или ином средстве массовой информации. Насколько это реально? Я думаю, что это, возможно, частично решит вопрос, но учитывая то, что редакции очень часто... Вот это то, о чем стали меньше говорить о Крыме, да, и то, что надо, чтобы говорили о Крыме в Украине. Это, знаете как, это тут что первично? Запрос или уже удовлетворение предложения? То есть тут, если задуматься, насколько интересно тем же украинским СМИ говорить о Крыме. Первое время это было очень интересно, и из повестки информационная тема Крыма в принципе не сходила. Сейчас этот интерес угасает. Это первая половина 2014 года, да? И даже если будет человек в редакции, который будет писать о Крыме, то есть это должен быть какой-то поиск информационных поводов постоянно, да? Но этот интерес угасает. Я не думаю, что редакции пойдут на то, что они будут оплачивать штатного там сотрудника, который будет только о Крыме говорить. И тут проблема же в другом. Дело в том, что когда человек, который ни разу, да, не сталкивается с, например, да, там, с выращиванием крыжовника, то он как по Марку Твену, он напишет про урожай, как выкапывать этот крыжовник, плоды этого крыжовника, и так дальше. Да? Поэтому и с этой точки зрения это очень важно, чтобы люди этим занимались, хотя бы были немного в теме. Про информационный повод. Не знаю, вот насколько мы сейчас прервем нашу беседу, насколько об этом напишут все остальные средства массовой информации, но мы об этом будем обязательно говорить. Итак, крымские судьи, которые уже 1.5 года в Крыму, выносят судебные решения имени Российской Федерации, по-прежнему считаются украинскими судьями. Почему так, выясняли наши корреспонденты.
Совет юстиции Украины на своем заседании в понедельник 16 ноября не смог уволить крымских судей, которые после российской аннексии Крыма переприсягнули России и уже второй год выносят решение в отношении украинских граждан именем страны-оккупанта. На этом заседании должны были быть рассмотрены дела шестерых крымских судей, у которых завершился срок пребывания в должностях. Всего увольнению подлежат 278 крымских судей, которые подозреваются в государственной измене. Є інформація про те, що Генеральною прокуратурою було порушено кримінальна справа стосовно суддів Автономної Республіки Крим і Севастополя за фактом недержавної зради. В отношении 278 крымских судей Генпрокуратурой составлены уведомления о подозрении в госизмене, а также представления об аресте. Установлено, что эти судьи, вопреки украинскому законодательству и в нарушении присяги, выносят решение именем России. Притом на протяжении почти всего прошлого года они скрепляли свои решения гербовой печатью Украины. Очевидно, есть нарушение закона и здравого смысла, и мы этот процесс начали. После нашего обращения в высшую квалификомиссию они их вычленили, этих судей, вычленили тех, кто не перешел на российскую сторону, а потом подали документы уже в правоохранительные органы, которые подготовили пакет документов на их привлечение к уголовной ответственности. Сергей Лещенко вместе с помощником уже несколько месяцев добиваются увольнения судей-предателей и привлечения их к уголовной ответственности, направляя депутатские запросы во все профильные инстанции. Высший совет юстиции на своем заседании в понедельник должен был рассмотреть вопрос увольнения первых шестерых крымских судей в связи с окончанием срока их пребывания в должностях. Однако решение принято не было. В Высшем совете юстиции службе новостей «Волна» пояснили, что увольнение служителей Фемиды возможно только по представлению высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое они пока не получили. В высшей квалификационной комиссии судей, в свою очередь, уверяют, что рекомендацию об увольнении крымских судей-предателей они приняли еще 10 ноября и направили документ в Высший совет юстиции. Вы смотрите программу «Голос Крыма». С вами Александр Янковский, в нашей студии имени Джипар, советник министра информационной политики. Но сегодня мы говорим про информационную политику нашей страны в отношении Украины, в том числе и вот такие интересные факты, что спустя полтора года судьи, крымские судьи до сих пор остаются украинскими судьями. Ну, фактически им должна продолжать начисляться зарплата, да, там, и где-то, если не выплачивается, то, по крайней мере, мы до сих пор каким-то образом их содержим. Я понимаю, что вы, почему эти вопросы задаю вам, да, потому что вы и вот Министерство информационной политики, насколько я знаю, это единственное, например, министерство, у которого есть страничка на крымско-татарском языке, больше ни у кого нет, да. Вы отвечаете, вы, я имею в виду сейчас как министерство и вас просто как советника министра, вы говорите на эту тему Крыма, да, и поэтому, может быть, часто незаслуженно получаете какие-то шишки. Но почему, тогда я задам вам такой вопрос, почему, на ваш взгляд, до сих пор нет реального органа, который бы, знаете, вот пихал, придавал ускорение всем остальным действиям всех остальных органов власти, чтобы они решали эти крымские вопросы? Конечно, этот вопрос обсуждается уже достаточно долго, и, к сожалению, пока материальной формы этих всех бесед не нашлось. Я понимаю, что необходимо в структуре власти, исполнительной власти, в первую очередь, какой-то драйвер в виде какой-то структуры. Я знаю точно, что было создано ряд структур, в том числе и службы полномочного при президенте Украины по вопросам крымско-татарского народа и правительства. Но по вопросам крымско-татарского народа это немножко уже все-таки, да, чем... уполномоченный по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя. Но я сейчас не могу взять и комментировать, почему эти структуры не являются эффективными. Я думаю, что это больше вопрос к коллегам, которые возглавляют эти структуры. Однако необходимость такая есть, поскольку даже наше министерство, как вы правильно заметили, единственное имеющее сайт, локализованный на крымско-татарском языке, и единственное министерство, которое имеет советника, внештатного, правда, но советника по вопросам Крыма. И вот в принципе, функция советника и является координирующей. Да? То есть мы, по сути, являемся вот таким драйвером вопросов, которые, в принципе, к нам не совсем имеют отношение. Вот, предположим, недавно... Вы Министерство информационной политики, да? Вы там не Министерство юстиции, вы там не Министерство, не знаю, там экономики вот и так дальше. Конкретный кейс. Мы недавно за подписью нашего министра обратились к премьер-министру Яценюку, чтобы кабинет министров спустил на профильное министерство распоряжение к годовщине аннексии, для того, чтобы профильные
міністерства подали свої пропозиції, як же цей той день відзначати. Угу. Да? Тобто ми чекаємо тепер відповіді. Ми не знаємо, як там, ну я думаю, що питань з подписью Яценюка цього документа не буде, що буде таке якесь розпорядження Кабінету міністрів на профільне міністерство, де ми дочекаємося від Міністерства культури, Міністерства освіти, Міністерства соціальної політики і всіх інших міністерств, маючих отношення потенціально кримської тематики, як вони бачать, що можна зробити, щоб цю годовщину все-таки обозначити і щоб вона, звісно, була в інформаційному полі представлена. Поскольку это посыл того, что Крым – это все-таки Украина, и крымчане, которые нас смотрят, для них важно, что в Украине эта тема держится на пульсе. Вот, хотя, по сути, как бы это не совсем наша тема. Я понимаю. То есть вот поэтому, ну, а как бы, а я думаю, что будут потом и дальнейшие также, шишки скажут, что, ну, для, зачем туда министерство лезет вообще, вот так да? Так же, как и сегодня у нас была пресс-конференция с Рифатом Чубаровым и Колою Кнежицким о том, о постанове, которую приняли в Верховной Раде 12 ноября. О признании геноцида крымско-татарского народа, да? О признании геноцида и этноцида, поскольку современную ситуацию по отношению к народу они называют этноцидом. Точно так же в продолжении вот этой вот темы мы от министерства написали заявление, точнее, ну, как отправили на Министерство иностранных дел письмо с просьбой рассмотреть и дать старт, если будет на то сгода министерства, процедуре просування, то есть продвижения этой темы за кордоном. То есть мы знаем, что была, и я сама в нее когда-то входила в Министерство иностранных дел, в рабочую группу по продвижению темы Голодомора. Тогда мы стучали во все двери с просьбой признать Голодомор геноцидом, с просьбой провести ряд мероприятий о шанувати память жертв. Но тогда Российская Федерация, кстати говоря, развила очень активную масштабную антиукраинскую кампанию, то есть вплоть до того, что тема Голодомора выносилась на переговоры между странами и включался прямой шантаж. Российская Федерация Вот, мол, страна, если проголосует или парламент, или правительство примет какой-то документ о том, что они признают Голодомор геноцидом, или в принципе обозначают этот факт, то тогда Россия там включала целый пункт условий. И поэтому как бы... Ну, слушайте, сейчас Российская Федерация находится не в такой ситуации, чтобы диктовать кому-то свои условия. По-моему, больше, она больше в состоянии просителя, да, и может быть одним из пунктов, да, там снятие санкций, может... Хотя, знаете, это не совсем равноценный, да, обмен. Не знаю, насколько они согласны с тем, что мы сейчас их называем стороной просителя, не совсем так они себя ведут, поскольку их дипломатическое ведомство, оно достаточно грубо, я бы сказала, и асимметрично действует, абсолютно обходя все западные ментальные понимания, как должна выстраиваться внешняя политика. Но то, что Россия, она противодействует украинским дипломатическим инициативам, это факт. И я думаю, что если мы включим этот процесс сейчас согласно депортации, то она так или иначе будет стараться влиять. Но конъюнктура поменялась, в мире уже более Россия не является тем авторитетом, которым она была еще несколько лет тому назад. И я думаю, что у Украины большие шансы тоже получить отсюда бонусы определенные. На ваш взгляд, что должно последовать вслед за признанием геноцида не только Украины, но и другими странами? Я думаю, что это как минимум ряд законов, которые бы вывели это признание в определенную практическую плоскость. Да? То есть, если это касается... Ну, чтобы это не было просто декларация, да? Ну, декларативная часть тут очень важна, потому что это смыслы, это, наверное, одно из самых ключевых значений этой постановы, то, что крымчане, которые там, и принять этой постановы, это, наконец-таки, для них как основной сигнал, что да, вот Украина, она сейчас созрела, она политически созрела на то, чтобы исправить те ошибки. 25 лет крымские татары массово уже вернулись, Украина, по сути, заигрывала с этим фактором, да, между русскими и крымскими татарами проводилась определенная, как бы, ну, баланс. По факту вопросы активно не решались. Сейчас мы говорим о том, что страна у нас новая. После, ну, смотрите, да, даже в украинском парламенте представители оппозиционного блока, они отказались, за исключением, значит, руководителя, я так понимаю, фракции Юрия. Да, Мирошниченко, он проголосовал за это постановление, а все остальные отказались. Например, господин Папиев, который в интервью нашей телекомпании сказал, что, ну, знаете, вот если там иностранцы дадут этому, да, какое-то определение, ну, тогда вот и уж и мы, да, а так вот, ну, что же нам там торопиться? Ну, конвенция ООН 48-го года, неужели ее недостаточно, да, чтобы... Поэтому я задаю вопрос, да, а какое будет практическое применение дальнейшее? Значит, признание в парламентах, предположим, я так понимаю, что будет добиваться, чтобы это было признано парламентами других стран. Помимо декларации, помимо признания вот такого факта, в практическую плоскость, куда это я может быть? Я бы это видела как, наверное, институт, даже вот я помню,
аналогии провожу опять-таки с Голодомором, у Украины есть опыт работы с подобной темой, потому что Украина сама пережила геноцид и вложила эту тему в практическую плоскость. Но я не вижу практической плоскости вот в Украине, если Институт честно. Институт национальной памяти тогда еще, он провел огромную работу по сбору информации, по... Так. различным публикациям на английском, украинском и русских языках. Это основное. Да? Это то, что потом вложили дипломатам и для того, чтобы это раздавалось в определенных странах, чтобы люди как минимум узнали о том, что такое Голодомор. То же самое можно было бы сделать и здесь. Например, музей депортации. Какой-нибудь в современном креативном стиле, где у нас достаточно видеоматериалов, где еще живые свидетели депортации рассказывают о том, как они это пережили. Это уже тебе доказательство и повод возможно в дальнейшем оспаривать это в международных судах, да, эти преступления. Это те конкретные шаги, которые можно сделать. Если Российская Федерация называет себя правонаступником, правопреемником Советского Союза, то она должна нести ответственность за все эти преступления, которые были совершены Советским Союзом. Это логика международного сообщества. Однако, разве кто сказал, что Россия действует согласно этой логике? Аннексировав Крым, она нарушила все возможные договоренности, которые были после Второй мировой войны. Но тут, наверное, знаете, как логика такая, если сейчас уже о международной политике заговорили. Вы помните, 1945 году Ялтинская конференция, да, в 1944 году депортация была произведена, и Сталину никто не напомнил об этом. То есть ему это списали и простили. Вы имеете в виду, что за 7 месяцев перед проведением Ялтинской конференции была проведена депортация? Депортация, да? И это не было вообще даже на повестке. То есть мировые лидеры приехали, подписали, то есть провели эту конференцию, подписали меморандумы, документы и так далее, и списали, по сути, это преступление, потому что победителей не судят. Подобную сейчас карту, как мне кажется, пытается разыграть и Российская Федерация сирийским конфликтом и борьбой с ИГИЛ. Вот уже Саркози заявил недавно, что вот мы сейчас должны рассмотреть, мы это мировые страны-лидеры, что мы с ИГИЛ можем бороться только вместе с Россией. И Россия претендует на ключевого игрока в решении сирийского вопроса и вопроса ИГИЛ. И таким образом она хочет занять позицию сильной, чтобы ей списали Крым и войну на Востоке. Это моя личная позиция и взгляд на эту тему. Да, но немножко, знаете, как бы я понимаю, и такую логику тоже я слышал. Но сегодня, допустим, наш коллега Виталий Портников высказал совсем немного другую точку зрения. Он сказал о том, что я, говорит, не согласен с тем, что вот это Россия, да, там... заинтересован. Нет, тут Россия, наоборот, выступает в роли просителя. Возьмите нас вот в эту коалицию, да, и может быть, но не возьмут. Не возьмут в коалицию, потому что нет просто-напросто необходимости. Я думаю, что если после, вот смотрите, парижские теракты, да, они уже сменили немножко риторику. Я не знаю, насколько будут такие теракты в дальнейшем, возможно, в других европейских странах. К сожалению, это возможно. И если такие теракты повторятся, пересматривать свои позиции могут все страны. Окей, хорошо. Значит, давайте тогда еще о таких моментах поговорим. Теперь непосредственно про информацию. Насколько я понимаю, что, в принципе, любая вещь, которая происходит в нашей действительности, на самом деле важна не столько важен сам факт, сколько то, как о нем скажут, напишут, покажут и так далее. Потому что если что-то произошло, это не снято, не показано в эфире телевидения, и об этом не написано, то считайте, что этого факта практически нет вот для современного человека. Или там нет ссылки в интернете, и, собственно говоря, даже невозможно... Нет профиля если в Facebook, нет человека. Нет человека. Например, ну для кого-то как-то так. А скажите мне, пожалуйста, то есть сейчас на самом деле вот такой переизбыток даже информации... Вот такое информационное поле, в котором, если находиться постоянно, можно просто-напросто сойти с ума. А почему, на ваш взгляд, тогда вот чего не хватает крымчанам? Какой информации не хватает? Крымчанам, чтобы о них говорили? Да, чтобы о них. Какой не хватает им информации про Украину и про Европу, не знаю, про мир? Я думаю, что это, возможно, стоит разделить категории людей, да, которые живут в Крыму, потому что молодежь, она в любом случае имеет доступ к интернету, а это уже открытое как бы пространство для того, чтобы читать и западные СМИ, и украинские СМИ. Тут вопрос другой, есть ли у них интерес к этому? Да, это, на мой взгляд, это самый главный вопрос на сегодняшний день. Я не могу говорить сейчас обо всех крымчанах, однако скажу, опять-таки, будучи крымской татаркой и, во всяком случае, общаясь со всеми своими родственниками, бесчисленными и многочисленными в Крыму, я знаю точно, что они смотрят украинские каналы, потому что у всех есть спутник.
Я знаю, что молодежь нас смотрит и читает те же сайты Крым Реалии, смотрит Черноморку. То есть, в принципе, доступ к информации есть. Но речь тут идет о коллективной энергии, да, то есть и о том, что Россия вкладывает гораздо большие ресурсы вот в формирование медиасреды. Смотрите, вот журналисты очень часто, особенно там зарубежные журналисты, говорят о том, что надо говорить только правду, и вот роль журналиста просто быть таким сухим ретранслятором каких-то фактов, а люди сделают уже свои выводы. Но на самом-то деле мы видим совсем другое, да, то есть вот пропаганда, она всегда вкуснее, интереснее, просто потому что правда, она какая-то вот правда, да, а когда ты говоришь неправду, а вот занимаешься пропагандой, то у тебя вообще нет ограничений по, вот в твоем поле жизнедеятельности. Ты можешь рассказать, что в Украине воюют с Россией там американцы, пятикантропы, не знаю, там кто там еще, там марсиане, там зеленые человечки, ну, в космическом понимании и так дальше. А, на ваш взгляд, может ли правда просто-напросто такая объективная картина противостоять такой пропаганде? Интересной, вкусной и дорого сделанной? Тут это, как у нас была беседа с Лилией Буджуровой когда-то на эту тему, да, журналист должен быть с позиции или без позиции? Я знаю, что этот вопрос также живо интересует и вас, потому что вас журналистом с позиции точно уж можно назвать, да, исходя из того, что вы постите в Фейсбуке. Я думаю, что когда речь идет о пропаганде, это, в принципе, искусственное, это влияние и искусственное формирование определенного мнения. Какие могут быть контршаги по этому поводу? Ну, наверняка, как минимум, опровержение, да, то есть выводить в ноль эту информацию. Для этого нужны ресурсы, финансы в первую очередь. То есть как бы у России, Россия чем берет? Тем, что у нее бесчисленное количество изданий различных по всему миру, в которые она вкладывает огромные деньги, чтобы либо эзоповым языком, либо в лобовую рассказывали о том, какая политика хорошая, правильная, и как сейчас российская. В том же, да, в Крыму хорошо. Как помните, вот эти вот абсурдные сюжеты о миллионах туристов в Крыму, когда ой, я не подготовился, я каюсь, не подготовился. Замечательные кактусы появились в Никитском ботаническом саду. Точнее, кактусы были им 100 лет, да, но там написано теперь Обама чмо, да, и как бы мы все догадываемся, откуда приехали туристы теперь. И кактусы простояли 100 лет без этих надписей, но теперь будут вот с такими надписями. Окей, хорошо, я понимаю, что денег, что мы можем сделать? У нас тут скорее больше функция постреакции, да, то есть я думаю, что вот мы как министерство, и я как советник по вопросам Крыма, моя работа сконцентрирована на работе нишевых изданий. То есть те издания, которые вот и кактусы. Это замечательные кактусы, да, с этим названием. Вот нужно на это реагировать? Вот это стоит показывать, чтобы это было видно как можно, в том числе и в России. Я же не думаю, что там все там 150 миллионов людей, которые приветствуют... Даже, может быть, они относятся к Обаме по-разному, да, но писать на кактусе, которому там на столетнем растении, да, писать такие вещи. Я думаю, что это показывать как минимум нужно, потому что это демонстрация определенных социальных тенденций. Потому что в Крыму, например, десятки машин с подобными надписями, да, и это тоже освещается. Это лишь только показатель того, что вот такое есть. Стоит ли реагировать, я не думаю, потому что это будет безрезультатно. Что мы можем делать? Мы можем, во всяком случае, формировать, ну вот как, не занимать позицию обвинения, а занимать конструктивную позицию созидания. Окей, хорошо. Вот что можно противопоставить тем людям, которые приехали просто... Об этом Маяковский еще писал, да, там в 20-е годы, там, ну, там, когда он посетил тоже Крым и видел, где все было это написано, эти замечательные туристы, которые приехали и стали писать свои имена. А сейчас эти туристы получили там власть, там практически неограниченно. Ну, или, по крайней мере, им так говорят средства массовой информации, что вы теперь здесь хозяева. Вот как нам противостоять? Вот с точки зрения вас, опять-таки, да, вот мы постоянно все время как-то реагируем. А можем мы, ну, не реагировать, а какую-то свою картинку нести? Там, в Крыму? Я думаю, что сейчас, вот если брать о том, как мы можем действовать на тех туристов, которые приезжают и уезжают, потому что вряд ли они будут смотреть украинские каналы. Вот я в этом почти уверена, поэтому мы тут парализованы. Да? То есть мы, что мы можем сделать в этом случае? Мы же не можем на российских каналах транслировать свой продукт. Я думаю, что через интернет это возможно. Но и то, тот же сайт, например, Крым Реалии, который является лидером сегодня, да, по крымскому информполю, его... Читают, кстати, в России очень много. Конечно, правда, обзывает этот потом сайт совершенно по-другому, но его читают. И я так понимаю, что в любом случае от того, что не читают, их позиция не меняется. Не меняется. Абсолютно. Тут вопрос сейчас не в туристах, а в тех, кто... Ну, кстати, вот вчера у нас была встреча с правозащитниками, которые уже бьют в колокола и говорят, что Россия меняет демографический состав сейчас в Крыму. Да?
То есть она завозит туда, уже Аксенов сказал об дефиците чиновников, вот 10 тысяч чиновников туда приедут в ближайшее время, привозятся силовики, и таким образом, там рассуждали о плотности Крыма, что позволяет Крым принять еще около миллиона людей. И вот тогда, что даже если будет меняться статус Крыма, население никуда не денется. Угу. Да? И тогда даже при самых честных референдумах мы будем иметь коллективную энергию, угу, абсолютно за Россию. Ну да, потому что люди эти, они вообще никогда не жили ни при Украине, да, их, да, с Украиной вообще ничто не связывает. Да? И хоть ты покажи им 250 сюжетов, которые будут доказательно, аргументированно говорить. Посмотрите, просто украинцы смотрят российские телеканалы, украинцы читают российские, ну пусть не часто, но читают, да, а россияне нет, да, им это не интересно. Я думаю, это определенный склад мышления и восприятия мира. Вот я помню ситуацию, когда захватывали Меджлис, еще когда делали зеленые человечки, люди в неизвестных, как бы без каких-то обознавательных знаков, захватывали Меджлис. Я работала с английскими журналистами, и тогда проходила женщина, и она была единственная, которая сказала «яке неподобство». Ну, то есть она по-русски сказала, что как это может быть. И когда я была удивлена, что у нее такая реакция, и она сказала, что это на самом деле не Россия делает, а это Россия спасает Меджлис от американских захватчиков. И это было очень показательно. Потому что когда налицо был факт, факт определенный, у нее была своя интерпретация. Это вот речь в этих интерпретациях. Что россиянин, ну или скажем, я тут не готова говорить обо всех россиянах, потому что знаю, что сознательных людей там тоже очень много, что люди вот с определенным восприятием искаженным. Я понял. Смотрите, Эмине, значит, одна из инициатив Министерства информационной политики – это новая мультимедийная платформа UATV, в том числе и телеканал UATV, который вещает на трех спутниках. Но мне вот знаете, что интересно? Может быть, это и 5 спутников. Вопрос, опять-таки, кто будет смотреть, кто целевая аудитория этих телеканалов? Русскоязычный потребитель. Здесь это около миллиона потенциальных зрителей, которые говорят на русском языке, которые, поскольку программа... Миллиона или... Да, но сейчас мы говорим о диаспорах, да, больше. То есть, если говорить о том, кто может смотреть, это все те, кто говорят на русском языке, потому что программы на UATV, они будут как на украинском, так и на русском языках. Ну, кстати, вот и программа «Крым Лайв», и программа «Крым Реалии» в скором будущем будут на этой площадке вещать. И, возможно, программа о истории крымских татар «Тугра», которую делает «Радио Свобода». Мы надеемся, что мы запустим этот продукт. Кстати, и он тоже будет одним из тех сигналов. Ну и, возможно, просмотрев это, у человека может, во всяком случае, получать информацию о Крыме несколько иную, чем «Россия-24», «Life News» и так далее. Хорошо, спасибо. Эмине Джапар, советник министра информационной политики, была гостьей нашей студии. Вы смотрели программу «Голос Крыма». Я очень часто употребляю такую фразу, знаете, о чем бы ни шла речь, речь всегда идет о деньгах. А сегодня, я думаю, все-таки о чем бы ни шла речь... Речь идет не только о деньгах и не столько о деньгах, но, наверное, сколько в первую очередь об информации. И если есть это событие в информационном поле, оно действительно есть. А если его нет, ну, наверное, значит, даже что бы там ни происходило, если об этом не сказали, не написали, не показали, то его практически и нет. Оставайтесь с нами и узнавайте о самых главных событиях в Крыму и около Крыма.